входит в строй. Действительно, международный день, действительно, все человечество тогда гордилось и считалось за счастьем увидеть этого замечательного человека с его улыбкой. И приятно, что мы к этому имеем самое прямое отношение. Уже военмеховцев трудно удивить поздравлением из космоса, но внимание на экран. Специально для военмеха. Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем космонавтики. Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе, на борту Международной космической станции. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет. Со дня запуска первого модуля станции превратилась в самый масштабный международный проект современности. Сотни космонавтов, астронавтов и космических путешественников смогли посетить этот космический дом и реализовать тысячи научных программ и подарить миру новые знания и технологии. День космонавтики – это наш общий праздник. Каждый, кто посвятил себя космосу, сегодня уверенно вспоминает самые важные и самые сложные моменты истории освоения космоса. Мы отдаем дань памяти Сергею Павловичу Королеву и Юрию Алексеевичу Гагарину, открывшим человечеству путь в космос. Отдельно поздравляем Валентину Владимировну Терешкову. В этом году мы с удовольствием отметим 55-летие вашего полета в космос. Поздравляем Алексея Архиповича Леонова, Бориса Валентиновича Волынова, Валерия Федоровича Быковского. Для космонавтов всех поколений вы были, есть и всегда будете примером настоящего героизма и любви к профессии. Поздравляем всех инженеров, конструкторов, рабочих, техников, ученых, медиков, биологов, сотрудников центров управления полетами. Поздравляем всех россиян. Мы, граждане страны, которая открыла космос для всего человечества. Наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. Наш Юрий Гагарин первым из землян полетел в космос. Сегодня отечественные ракетоносители и космические корабли доставляют нас и наших коллег из других стран сюда, на Международную космическую станцию, для работы в этой грандиозной лаборатории. Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий. Открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле, и делать жизнь комфортной и безопасной. Друзья, с праздником! Отлично! Дорогие наши военмеховцы, дорогие студенты, уважаемые преподаватели, коллеги, я с огромным удовольствием поздравляю вас с наступающим праздником 12 апреля и нашим профессиональным праздником, и праздником всей страны, всех, кто причастен к созданию и разработке ракетно-космической техники. Удачи вам, здоровья, чтобы всегда все ваши мечты сбывались, даже те, которые кажутся